О том, что в нашем городе плохие дороги, говорят постоянно. «Рязань – столица бездорожья» – такая фраза даже стала лозунгом автопробегов. И хоть в этом году некоторые дороги отремонтировали, проблема так и не решена. И мало того, что качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего, его еще и портят тяжеловозы, заезжая туда, где дороги не предназначены для их движения. Дорога на повороте к дому 27 по улице Зубковой была разбита грузовиками в щебень. Водителям легковых машин приходилось совершать маневры по колдобинам. Теперь эту дорогу отремонтировали. Даже повесили запрещающее движение грузовикам знак. Но несмотря на это, они все равно продолжают тут парковаться. И если так будет и дальше, то и новая дорога будет разбита. Не было знака, проблема существовала. Появился, все равно она до конца не решилась. Бороться с водителями грузовиков, которые не соблюдают правила дорожного движения, будут еще долго. Но ведь и знак движения грузовых автомобилей запрещено не ограничивает въезд всех грузовых машин. На территории города Рязани установлены дорожные знаки 3-4. Это движение грузовых автомобилей запрещено. Данный дорожный знак запрещает движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. Но это в случае, если не указана масса. Ну или с разрешенной максимальной массой, более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин. Знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, транспортных средств организации Федеральной почтовой службы, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. За несоблюдение требований этого знака водители грузовых автомобилей могут оштрафовать на 500 рублей, но эвакуировать авто на штрафстоянку не будут. Помещение транспортного средства на специализированную стоянку за невыполнение требований дорожного знака движения грузовых автомобилей запрещено. В соответствии с действующим административным законодательством не производится. Кроме того, припаркованные во дворах грузовики мешают жильцам близлежащих домов. Многие жалуются и на шум, и на то, что они загораживают проход пешеходам и проезд легковым машинам, и даже машинам скорой помощи. Дорогу закрывает, чтобы не пройти. Поэтому им говорили, чтобы дорогу распадили. Ну, своим, во-первых, шумом и вообще такой. Я думаю, что во дворы нет. И особенно они даже останавливаются на ночь там. Вот. У нас, вот, допустим, вот там дом на Речников. С той стороны и большие вот газели. И газели маршрутные там тоже стоят. Ну, так что, конечно, нам не шумно. Ну, проехать нельзя, пройти. Ну, смотри, какие грузовики. Сколько тонники. Ну, конечно, мешают. Всего за этот год в нашем городе уже было оштрафовано 472 водителя большегрузов, которые проигнорировали знак «Движение грузовых автомобилей запрещено».